конце концов, что-то я хотела тут же подхватить тему, ну ладно, так сказать. Мы все-таки... Сахновский, режиссер спектакля «Трагедия о Гамлете, принце датском». Ну или «Гамлет, принц датский». У него не было, так сказать, точного названия, не было афиши, значит, был только в разговоре «Гамлет», да, вот так вот они говорили. Значит, Сахновский видел все спектакли Гамлета в Москве, скажем так. А Мирович Данченко говорил Ливанову, что я видел столько Гамлетов, как вы Воробьев не видели столько. Ну, то есть на самом деле это была достаточно популярная тема, может быть. Но главное, что Сахновский видел и «Гамлет» 11-го года мхатовский, и спектакль «Гамлет» 24-го года с Михаилом Чеховым, мхата второго. И, безусловно, и вот как бы должен был родиться третий спектакль, да, в Москве. За это время просто больше не было этой темы, не поднимался, к нему не часто обращались. И потом только через 10 лет, Вот. И он написал рецензию в 2012 году, ему было 26 лет на «Гамлет», которого он увидел в художественном театре. И он его однозначно называл, что это открытие, что это событие, что это новое слово. Хотя по другим версиям и отзывам это спектакль, ну, он прошел там 2,5 сезона, но мол, не снискал успеха, славы. Снискал, то есть все, что делал МХАТ, на самом деле даже ошибки МХАТа, они значительны, они важны, потому что это позволяло, так сказать, так-то другим отталкиваться от этого или наоборот использовать этот материал в своей работе. Вот. Сахновский, значит, Василий Григорьевич. Ну, как на самом деле на режиссеров не обращаешь внимания, на фамилию режиссеров. Это такая, ну, скажем так, их трагедия этой профессии, потому что все, конечно, лавры, славы достаются актеру, может быть, художнику за картинку, которую мы видим на сцене, но это теперь, в наше время. Потому что раньше тоже, ну, обычно были вполне служебная выгородка такая, да, в которой действует актер все равно, в первую очередь. Вот. Ну, Сахновский тоже фамилия известна, но как бы даже у меня было сначала впечатление, что он скорее как бы не режиссер, а вот просто такой вот человек энциклопедически образованный. Он учился и во Фрайбургском университете в Германии, и в Московский закончил филологический факультет. Но, видимо, человек был, конечно, влюбленному в театр, ну, будем штампы использовать, может быть, в разговоре, но действительно, потому что молодой человек, который, закончив Московский государственный университет, потом ходит по рабочим курсам, по университету, по-моему, даже Шанянского, по женские курсы, он преподает везде историю русской литературы, говорит о конкретных авторах, о театре, очень много пишет о театре, но исследует театр во всех его формах, особенно русский, да, начиная с 18 века, усадебные театры, малые театры и так далее. Он этим занимается как историк, как литературовед, может быть. Как. Вот. И, ну, занимаясь этим, когда говоришь о театре, значит, ты должен много смотреть, должен очень сильно переживать, потому что театр, в первую очередь, конечно, это такая школа чувств, испытание чувств, да, вот, это эмоциональный опыт, в первую очередь. Потом вот идет рациональный, так сказать, интеллектуальный, какой угодно, но первое, что производит впечатление, это эмоции, которые ты переживаешь, так сказать, не ожидая, что тебя такое может жить. Ну, например, это мои уже, так сказать, такие соображения, вот. И Сахновский, он 1886 года рождения, то есть это как бы моложе Станиславского, Станиславский 63-го, ну, на 20 с чем-то лет, да, то есть он молодой человек по сравнению со Станиславским. То есть когда он заканчивает университет, Станиславский уже, так сказать, там 50 лет, он уже звезда, у него уже свой театр, и он занят. Он плюс к тому же вот он много занят на своем сайте директоров большого производства промышленного, потому что это вот замечательная канительная фабрика, которая говорит, ну, канительная фабрика, это завод кабель, это производство многожильных проводов. В Москве электрификация, телефонизация, они обеспечивают это все дело очень хорошего качества продукции. Станиславский ездит в Англию, изучает это производство многожильных проводов, самая последняя технология, привозит
машины, на них здесь, в Москве, налаживают это производство и расходятся по всей стране, на самом деле. Они были очень состоятельные люди, в этом смысле. Ну, а Алтай понедельник – такое же удовольствие, так сказать, которое идет на мундиры, на облачения, на духовных и священных лиц. И потом очень большим у них был рынок в Японию, в Китай, Средняя Азия, Арабские Эмираты. Очень хорошего качества для вышивания. Нитку не делали, серебряный, золотой. Но это его доход, и он весь свой, так сказать, доход он тратит на театр. Потому что театр был частный. Театр назывался «Товарищество на паях». Они искали сначала крышу государства, чтобы у них было какое-то, вот, какое-то надежное существование, какая-то дотация, но как-то все это, ну, не нашли поддержки в государственных структурах, ни у городской, ни у городских начальников, ни у императорских театров, они туда обращались тоже. Они начали свое дело. Вот, но все это мы, и вот Гамлет, который поставил Станиславский, пригласил ставить Гордона Крега, но сам принимал участие большое в обсуждении. Вот, а Гордона Крега предложила пригласить Дункана, Айседор, которую талантом и искусством которой Станиславский был очарован, когда он впервые ее увидел. Потом он думал, что она авантюристка, потом уже, когда она умерла в 20-х годах, а так, ну, все равно это был яркий такой человеческий талант. Вот. Ну, так, теперь к Сахновскому. Сахновский молодой человек, который живет в Москве, преподает, очень много знает, изучает, смотрит, пишет рецензии, статьи, значит, какие-то более подробные анализы. В 12-м году его приглашает Федор Комиссаржевский, брат Веры Федор Комиссаржевский, приглашает его читать лекции своим актерам в студии имени Веры Федоровны Комиссаржевской. Она умерла в 10-м году, вы знаете, да, от тифа в Ташкенте. Так вот тоже она поехала на гастроли, а молодой женщина, да, там умерла. Так грустно. Вот. То есть все, по примеру МХАТа, по примеру, так сказать, Тимировича Дайченко и Константина Сергеевича Станиславского, ну, как бы думают о том, что актер должен как бы расти, да, быть не просто игрушкой, так сказать, и куклой на сцене, а должен быть, актер должен быть умным, талантливым, красивым, так далее, интеллектуально развитым. И вот Сахновский читает там лекции, и конечно, так сказать, нельзя, занимаясь театром, однажды не попробовать поставить какую-то пьесу. Да? Ну, невозможно это. Театр затягивает, конечно. Там еще удивительно, что я не нашла нигде таких вот, ну, мемуаров, каких-то документальных воспоминаний или вот почерк. Вот первая книжка Сахновского вышла в 1947 году, уже после... Значит, он умер в 45-м, а это через два года после его смерти о нем выпустили книжку. То есть его работу собрали, его высказывания, его мысли. Но здесь большая статья Горчакова, тоже его товарища по МХАТовской работе, тоже режиссера, он написал о нем вступительную статью. И потом вот здесь есть небольшая так, вступительная статья. Эта книжка вышла совсем недавно, ГИТИС ее выпустил в 13-м году. Вот, собственно, это вот после 47-го года первая книжка о нем, тоже собраны его всякие высказывания и так далее, 13-го года. Ну, вот две книжки, собственно, о человеке, и в ней вся жизнь, да, вот так вот собрана. Так, у меня немножко скачет мысль почему-то, ну, наверное, от волнения. Невозможно не... Так, не заняться. Сахновский, значит, и его приглашает, значит, к себе Комиссаржевский преподавать, и начинается его режиссерская работа. То есть это же очень странная вещь, так сказать, поставить спектакль. Когда он взял пьесу, прочитал, ну, как делалось раньше, в Амал театре, что, собственно, стало, по-моему, и причиной его такого потихонечку затухания, что все очень легко делалось. Режиссера не было как таковой, да, профессии. Либо первый актер разводил мизансцены, да, нужно развести мизансцены. Вот. И прочитать
прочитать свои роли. Но все равно так же, это некоторое всегда есть в нем загадка, тайна, все что угодно хотите. Вот. И Сахновский, ну, я все время думаю, так как с Гамлетом связываться или рассказывать только о нем. Короче, Сахновский начинает работать в театре, значит, у Комиссаржевского, потом он что-то ставит немножко у Корша, потом начинается война и революция. Он в каком-то момент даже попадает в Баку и, ну, видимо, спасается от каких-то, так сказать, невзгод революционных. Но он там недолго, там где-то год или сезон он там пробовал, и Луначарский вызывает его в Москву. То есть он был известен в своем кругу, человек Сахновский. Луначарский его вызывает в Москву заниматься вот именно народным просвещением, организацией театрального дела и все такое. Ощущение, что какой-то он немножко чиновник, то есть он умел организовать, но он, конечно, не чиновник, человек действительно, так сказать, театром каким-то образом задетый за живое какое-то чувство. А вот я хотела сказать, что я не встретила, что о его семье, что у него была, например, жена, что у него, например, были дети. То есть вся его семья, и так оказывается, значит, это театр. Так сказать, актеры, пьесы. Потому что когда его в 26-м году приглашают в Амхат, уже и не просто так, и он там ставит спектакль, но на самом деле он становится заведующий всей художественно-постановочной частью. То есть, на самом деле, он на себя взял весь груз именно как организации жизни, да? Постановки, производства, спектакль, производства. Потому что театр, конечно, это хорошо, когда там, ты один сам по себе, так сказать, выходишь на площадку, на тебя смотрят, и, ну, да, бродячий такой актер. Ну, а здесь такая мощная машина, на самом деле. Вот здесь театр, конечно, МХАТ, он всегда был немножко строго, вот это требовало Немирович Данченко, что строго делаем планы, так сказать, назначаем дни премьеры, выпускаем спектакль, то есть мы должны работать, мы должны, так сказать, поддерживать какой-то тонус такой. А Станиславскому это было трудно укладываться в рамки, он все время искал какого-то еще вдохновения, он еще искал, что я не могу так свою внутреннюю, так сказать, самочувствие, свои внутренние ресурсы подгонять какую-то, так сказать, схему. Вот это был вечно, конечно, тоже у них такой спор двух художников. А Немирович, видимо, мог, он уже писал, он много писал, он знал как-то, когда поставить точку, например, в своем романе или там в пьесе. Он достаточно такой плодовитый был тоже автор, и много его играли. Вот так Сахновский приходит, и когда вот начинаешь, ну, сначала мне сказали, ну вот да, вот сделайте о Гамлете сообщение по опубликованным уже материалам. Материалов опубликованных немного, вот только большая книжка Веленки на двух неосуществленных постановках Немировича Данченко причем. То есть, значит, Немирович Данченко, на самом деле, и там, и в Борисе Годунове, и в Гамлете, режиссером, собственно, режиссером, то есть, кто занимается организации производства, получения спектакля, был Сахновский в обоих случаях. Вот. Ну, с другой стороны, что, просто пересказывать какие-то уже, так сказать, там просто опубликованы стенограммы репетиции. Это очень любопытно, но по ним хочется, конечно, реконструировать какой-то живой процесс. Это же не... Ну, при том, что это производство, это все равно оно оплачивается жизнью, потому что, конечно, трагедия Сахновского, потому что была в том, что Гамлета он не выпустил, но он не выпустил, потому что он умер. И когда он умер, уже было... Но он умер, там серьезная, так сказать, проблема, он был 59 лет всего-то, на самом деле, молодой человек. Но это 45-й год, январь, значит, он умер 26 февраля. В какой-то момент они репетировали всю войну, этот спектакль, потому что параллельно еще был «Глубокая разведка», «Трудовой хлеб», какие-то другие спектакли, так сказать, которые нужно было выпускать, именно потому что они должны быть «Русские люди», еще что-то, такие военные темы. То есть то, что требовало, например, правительство. А это было для себя работа. Для него это была работа для себя. Вот, то есть это какой-то такой, ну, не знаю, проверка себя, обращение к великому тексту. Потому что, к тому же, там все спорят, кто открыл Пастернака, перевод Пастернака, значит, предложил Немировичу. Ливанов говорит, что он, так сказать, они были дружны, так сказать, с Борисом Леонидовичем, и вот он знал, что он работает над этим переводом.
А я думаю, что Сахновский тоже, так сказать, когда опубликовали, может быть, так сказать, Ливанов мог знать, допустим, начало работы, хотя такие вещи, ну, они проскальзывают, как слухами такими, но опубликовано же было в 1939 году, было опубликовано летом, да, сначала сцена из мышеловки, в «Огоньке», а потом в декабре вышел двойной номер, ноябрь, декабрь, это вот весь перевод, где, так сказать, записано в каких-то журналах, там, что Немирович говорит, закупить там 20 книжек журнала, потому что он тут же принимает решение, так сказать, ну, это же обсуждается, там, так сказать, они все обсуждали всегда. Я, знаете, да. Еще в дневниках Всеволода Иванова тоже есть воспоминания о том, что он как раз в Амхате там ставили его пьесу, и он предложил, а они-то соседи, Бронепоезд, да, да, что он предложил и знает перевод Пастернака Немировичу. Вот, нет, то есть, видите, неизвестно, когда возникает что-то вот такое экстра из вон выходящих из каких-то рамок, говорит, надо, это надо сделать, потому что ну, вот это не должно быть. Хотя мы опять же, мы-то знаем, что это, мы знаем, сейчас узнает наш молодой товарищ, что Борис Леонидович Пастернак стал работать над Гамлетом, над периодом Гамлета по просьбе Мирхольда. Для Александринского театра в Ленинграде. Вот. Но в 1930 году вот он приехал сюда и здесь вот начал эту работу, так сказать. Вот. Но в мае 1939-го Мирхольда арестовывают, и все, и, так сказать, уже как бы, любое упоминание этого имени уже, так сказать, равносильно самоубийству. Борис Леонидович не оставляет эту, так сказать, тему, он работает. Это меня потрясло, потому что он перевел, ну, скажем так, ну, за год, да, 12 месяцев или там 10 месяцев, он, ну, даже меньше, потому что если отдаешь в печать, значит, там должно какое-то пройти предпечатную подготовку, грамки выверить, да, то все равно это какое-то время занимает. Обычно, если смотреть по выходным данным, да, издательстве, там дано в печать, допустим, печать там, в мае, а напечатан может быть там еще через 2 месяца или через 3 месяца. То какие-то большие временные, так сказать, отрезки проходят. То есть он сделал очень быстро. И что замечательно, что потом он правил все время. Он каждый выходит из издания, да, он его правит. Выходит другой, он уже опять правит. Очень много было сделано работы по тексту с Немировичем Данченко как раз. Потому что литературный период это одно. Читать его – это одно, а действовать на сцене, произносить – это совсем другое должно быть качество текста. Потому что это стихотворный текст должен оставаться при этом. Вот, значит, выходят в декабре эти книжки, закупаются прям в издательстве большие тиражи. Они там есть, хранятся все эти экземпляры, там «Помрежи», там, еще там «Омрежь», «Бутафора», «Средневеков», и актеры себе разбирают. Кто-то переписывает роль, а кто-то просто вот они выдирают ее из книжки, переплетают, и такая книжица оказывается, потому что страница там из середины номера, что называется. Вот. Они начинают работать с этим текстом, с текстом Пастернак. Но они работают, учат, разводят мизансцену, у них идут фехтовальные классы, разучиваются песенки Офелии, вот замечательные совершенно. Мы как-то здесь их слушали однажды. Вот. Гошу его пригласили специально из Ленинграда, ее кто-то рекомендовал, опять же, она в театре Акимова сыграла там какую-то роль, ее анонсату. Ее тут же пригласили, так сказать, в Москву играть Офелию, такая, значит, актриса, молодая девушка, по-моему, 23 года было всего. То есть собирали как лучшие силы для этого спектакля, и им очень дорожили, его ждали, но что-то не случилось. Что не случилось? Ну, случилась война, во-первых, да, значит, еще вот, что еще долго ждали цензурного... Цензорского разрешения. На самом деле цензорское разрешение вышло только в 1941 году, по-моему, в марте. То есть пьесу отправляли в Главлит, там вычитывали, чтобы там чего не было, наверное, да? И то есть объявлять о работе над пьесой, все равно ты можешь только уже имея официальные всякие печати на текстах. Такой вот экземпляр тоже хранится, конечно, в музее.
Вот. Но это уже 41-й год, не будем забывать. Значит, в мае 41-го или в апреле выходит книжка первая на издание, моя любимая, с рисунками Фаворского. Такого небольшого формата, меньше, чем это даже, по-моему, чуть-чуть поуже. Такая карманный экземпляр. Этот экземпляр Борис Леонидович дарит Борису Николаевичу Ливанову. Вот. Ну и я нашла этот экземпляр только в Ленинской библиотеке. У нас в музее этого издания нету. А потом я посмотрела, когда ищу в библиотеке карточки, да, и там прям стоят подряд года. Год или через два выходили новые редакции, в том числе и Гамлета, там много чего. Ну, в смысле, карточки Гамлета. Сейчас такого так не прочувствуешь это, потому что убрали весь бумажный каталог из Ленинской библиотеки. То есть это, конечно, катастрофа тоже в свое время, своего рода гуманитарная. Вот. И потом, когда я видела, была вот выставка большая в доме Остроухова, год назад, наверное, да, вот там был билет пригласительный на чтение Пастернака в доме актера своей трагедии, в 40-й год. То есть читать можно было, да, можно было, так сказать, переписывать, наверное, но вот исполнять на сцене ты мог только, получив на это разрешение Цензорского комитета. Но репетировать начинали, ну это известно, так сказать, по переводу Радловой, и когда вот уже возник пастернаковский перевод, Немирович очень, как сказать, дипломатично, тактично, щепетильно извинялся перед ней, хотя она, конечно, была обижена. Ну, это здесь никак не денешься. Вот. Ну, а потом все уходят в отпуск в июне. Ну, в начале лета уходят в отпуск. 20 июня театр едет на гастроли в Минск, а 22-го начинается война. Должен был играться спектакль, что то ли «Школа злословия», то ли «Дни Турбиных». То есть, по крайней мере, в репертуаре были гастроли, стояли, были оба спектакля. Там начались бомбежки Минска, все было сожжено, бомба попала в театр, и, так сказать, месяц добиралась труппа из Минска до Москвы, месяц, то есть пешком шли. Буквально пешком, хотя там была возможность как-то спастись еще. Кого-то могли спасти, вот, например, предлагали Москвину, и, чтобы его, он народный, он такой директор театра тогда уже был в Москве. Но он сказал, что он с актерами. И он вывозился вот своим именем, искали машины, поезда какие-то. Месяц они выходили, а через месяц уже Минск, по-моему, был занят, даже быстрее там. Две недели заняли Минск, как-то так война шла. Но это тоже просто для уточнения. И, значит, театр оказался в трех разных местах. Значит, стариков и старейшин, и самых, так сказать, ценные части патриархов сначала отправили в Грозный, потом они перебрались в Тифлис и там зимовали. Часть труппы оказалась в Саратове, кто-то уехал из музыкальных студий в Ашхабад, в Ташкент, туда. Но вот драматическая часть оказалась в Саратове. Думали, что спаслись. Но война, значит, наступала. И летом 42-го года они по Волге пошли вверх на пароходах, на Каму, и через Пермь, да, по Каме в Пермь, а из Перми на паровозе уже в Свердловск. И там тоже они... Да, это было летом. На самом деле недолго, месяц четыре вот так у них там пробовали. Называлось гастроли в Свердловске. А это была эвакуация, строго говоря. Mm-hmm. Вот. Но тем не менее, так сказать, они переписывались. То есть была еще система, работала почта, как-то почта работала, и телеграф работал, то есть каким-то образом. Но письма шли долго. Отдельная история серьезно случилась с Сахновским, который был уже, так сказать, ну, нужным человеком, важным, ну, тогда же был уже, по-моему, лауреатом Сталинской премии, орденоносцем к тому времени. Ну, потому что делал спектакль «Анна Каренина», «Гроза», «Буря от ума». Он работал со всеми главными спектаклями к тому времени, так сказать, мхатовскими, которые потом их в Париж ездили в 1937 году. Вот, «Анна Каренина», в частности. А Сосновский, значит, он, как бы, ну, все время кажется, что он молодой человек, такое впечатление, хотя все относительно, да, то есть номер 59.
У него было слабое сердце, и он остался здесь, значит, в 41-м году под Москвой, на даче, как говорят. И его обвинили в том, что он остался ждать немцев. Да, вот эта история. И был арестован в октябре. И полгода он провел на Лубянке, и потом его сослали в Алма-Ату, в Селипалатус. То есть есть переписка, опять же, Немировича, Данченко и Бакшанской, которая была таким центром сосредоточенным, которая держала все нитки, все знала, что происходит, потому что, ну, как бы так, вот всех разбросало в разные стороны. Что, и, да, вот как, где что происходит, ни телефонной связи надежной, ничего нет. Вот, он оказался в Алма-Ате, его куда-то отправили в Семипалатинск, но, да, видимо, все-таки вот это было в течение полугода, потому что уже в декабре Немирович вернулся в Москву в конце лета 42-го года, перезимовав в Тбилиси. Он вызволяет буквально, так сказать, Сахновского. Ну вот, слава богу, не расстреляли, как называется, да, так сказать, сослали. Но вот он добился того, он написал Сталину письмо, оно опубликовано, все это есть, сейчас он доступен. Как бы поручившись своей головой перед Сталином, значит, за Василия Григорьевича. Вот. И через неделю Сахновский уже в Москве из Алма-Аты. Ясно, что там за неделю на поезде не доберешься, потому что не те времена, опять же, военное время. Значит, он летит самолетом. А летали они чаще всего военными самолетами. То есть там даже какие-то есть воспоминания военного летчика, как он был дружен с Немировичем Данченко. Вот. И в конце декабря они встречаются, по-моему, 21 число. И 13 января начинаются репетиции 43-го года. Вот. То есть дел много. Значит, помимо того, что, значит, Гамлет, они репетируют как бы для себя, это их внутренняя работа. Но полно спектаклей вот военного времени, которые выпускаются, глубокая разведка, что там еще. Вот, ведутся большая ведется программа по шефским концертам, когда выезжают на передовую, там актеры с концертными номерами в Москве, в госпиталях, в военных частях играют. А работы продолжаются. Ну, работа шла трудно. И, видимо, это очень. Они как бы себя перенавесили на себя ответственность. Ну, время было, скажем, сразу непростое. Вот. Шли трудно. И, значит, Сахновский репетировали они для наглядности для своей работы. Я взяла, значит, книжку репетиции. Там сохранилось две толстые книжки протоколов репетиции спектакля «Гамлет». И просто сделала по календарям каждый год. Значит, да, ну, сейчас легко найти календари, так сказать, в интернете, просто делаешь такую таблицу и отмечаешь дни репетиции. Оказывается, они репетировали каждый день. Они репетировали понемногу. Ну, понедельники выходной, какие-то еще. Но так они репетировали каждый день. Были больше 400 репетиций сделано. Ну вот думать о том, ну, как бы понять, почему это не случилось, очень трудно. В быту и вкачивает такая история, что, мол, Ливанов подъехал к Сталину с вопросом, как вы, товарищ Сталин, оцениваете его образ Гамлета, и получил ответ соответствующий, что это слабый герой, это не наш герой. Может быть, тут тоже, так сказать, рядом с ним не было, документально не зафиксировано. Но грустно другое, что в какой-то момент то ли устал спектакль, то ли там через спектакль прошло более 120 актеров на самом деле. Кто-то уходил на фронт, между прочим, кто-то умирал на самом деле. Но его все ждали за спектакль, его хотели. Три раза менялась декорация, концепция, так сказать, оформление сцены. Долго искали композитора на спектакль. Вот у нас был замечательный, да? Тогда вечер получился удивительный, когда мальчики исполнили музыку Сахновского, Шабалина, да. Ну, там грустная другой момент, что какой-то момент, то есть что-то такое вязло. И вот уже в январе коллеги, там потом уже не было, так сказать, такого авторитетного руководителя, что, может быть, при Немировиче Данченко бы они и закончили. Так, но я сказала главного, что 25 апреля 43-го года умирает Немирович Данченко. Ну, ему было 85 лет человеку. А, кстати, завтра день памяти. А, да.
Да, вот так как тогда сначала назначили этот разговор, поговорить о режиссере спектакля. А завтра вот как раз день памяти. Я не знаю, была такая же погода, или мне казалось, что вот сейчас так теплее стало в апреле. Вообще апрель обычно такой прохладный месяц еще, может быть, и снег лежать. Mm-hmm. То есть думаешь, как было тогда? Сегодня чудесный солнечный день. А, да. Вот, умирает Немирович Данченко. И как бы уходит какое-то волевое начало. И в театре тогда была принята такая... Во-первых, они придумали к этому спектаклю штаб. Репетиции спектакля. Там было несколько человек. Помощники режиссера, техническая часть. Ну, в принципе, все правильно, так сказать. Все, кто ведет. Глебов такой был замечательный помощник режиссера, который фиксирует, потому что надо все собирать в кучку, да, чтобы не растерялось, все запоминалось, фиксировалось. Много осталось фотографий таких очень уже выцветающих. Пленка, ну, все буквально прям исчезает из рук уже, так сказать, как-то память уходит. И Глебов умер в декабре 43-го года. То есть много было потерь. И, видимо, все-таки это дело ответственности за результат какой-то, за завершение работы. Потому что спектакль, конечно, должен выходить на сцену. Так, это потрачено 5 лет на спектакль, да, оказались не... Ну, это очень мощно психологический надлом случается, скорее всего, у людей. Может случиться. И вот значит... Как это, художественно-режиссерская коллегия принимает решение, это объявляется Сахновскому, что мы прекращаем работу над Гамлетом. Ну, потому что они уже выходили на сцену, уже были полные прогоны, уже руководство смотрело несколько раз, что им показалось не... Вот, чего испугались, так сказать, да, ну, непонятно, это же замечательная тема. И буквально через 3 дня Сахновский умирает. У него случился сердечный приступ, и человека не стало. В общем-то, конечно, это связано. Тут нельзя сказать, что это случайные события. Вот. И, ну, собственно, вот такая история. А он был как бы очень нужен театру, на самом деле. Он много писал, он был человек разговорчивый, он был человек начитанный. Тут даже говорит, что он был энциклопедически образованный. Я не сомневаюсь ни секунды, так сказать, в оценках его как человека и профессионала, но я очень люблю смотреть фотографии, потому что там такой человек очень мягкий на самом деле. Вот, тут так не видно, может быть, но на самом деле очень, очень мягкий человек. Вот здесь есть портрет его, и здесь есть портрет. И везде, вот здесь мы портрет, например, 47-го года, книжка, он с орденом. Это все были защитные какие-то знаки, что вот я орденоносец, я... Вот. Человек, который должен был быть бойцом, на самом деле. Вот это фотография. Да, вот это фотография. Да, вот больше нет. Но картинок больше у меня вот на флешке, конечно. Но, может быть, еще об этом еще можно говорить, потому что я как раз всегда очень благодарю Пастернаковский музей, что вы меня так поддвигли на эту работу, потому что думаешь, ну так, ну я сейчас соберу там материал, составлю, так сказать, текст какой-нибудь. А когда начинаешь составлять текст, открываются новые, еще новые, еще новые, и понимаешь, что на самом деле этим нужно уже заниматься не вскользь как-то, не просто так сказать, что был такой режиссер, да, был такой режиссер, а то, что вот он вставал кафедру режиссуры в ГИТИСе, и был первым мастером, и был у него первый выпуск был режиссерский, это его, и Товстоногов, и Борис Покровский, это его ученики. То есть, ну, на самом деле, это люди, это все талантливые как бы изнутри, но им... Он дал ему форму, он дал ему, знаете, что называется, закончили, его документ получить. Вот. И, конечно, тут можно, так сказать, немножко поспорить с Борисом Леонидовичем, который утверждал, что чтобы быть поэтом, нужно, значит, знать всю поэзию от начала до конца, начала времен до наших дней. Здесь там такая цитата встречалась. Я говорю, нет, поэт — это тот, кто по-другому видит жизнь вокруг себя. Но если, так сказать, как-то он... Потом-то он узнает все, что хочешь. Как и с режиссерами то же самое. Режиссером, вот он тоже, Сахновский, очень пишет, работа с художником, работа с актером, работа с техническими частями. Все так, все абсолютно верно, это ремесло. Но режиссер — это еще что-то. Просто еще что-то. Так сказать, значит, нельзя выучить всю режиссуру для тебя и стать режиссером. Нет, это все равно, что какой-то другой взгляд.
другая реакция, да, другая реактивность вот, на окружающую жизнь, да, на тексты и так далее. Да. Еще что характерно, именно Сахновский нашел все новые тексты для МХАТа. Эти военные, трудовой хлеб, половчанские сады, то есть тема вытаскивалась новой жизни, этой новой жизни, да, которую мы строим после, мы растим нового человека, это все было, так сказать, высокого, чистого, я не знаю, какого, мужественного, вот так вот, такие дела. И он, конечно, опять со своим энциклопедическим образованием мог отсеивать тексты рафаманские от каких-то еще. Да, искать хотя бы. То есть это вот эти пьесы, они реально хорошие, да? То есть, да, они реально хорошие, они реально, так сказать, хорошо закручены драматургией, так сказать, а уж характер, так сказать, и персонажи лепили актеры, конечно, которым подражали. Понимаете, МХАТ все равно всегда шел, был чуть-чуть выше. И делали как в МХАТе, да, вот очень многие. Интересно. Это потом уже, так сказать, какое-то время спустя, когда ну просто, так сказать, иссякли силы. Да? Ну да. Да. Там много-много таких вот вещей. Да и сейчас считается, что даже поработали год, сезон там по приглашению на сцене МХАТа, и актер серьезная, хорошая галочка в его, так сказать, резюме актерском, что я там, я там был. Ну и режиссером тоже, понятно. Вот. Так что я не знаю даже, так сказать, есть ли у него, скажем так, прямые наследники, то есть наследники не в творческом смысле, а есть ли у него, была ли его семья. Нигде это не прозвучало, что да, его вдова или его дети там, это вот все как-то прошло. Да, интересно. Нигде не упоминается. Вот. Ну и когда вот видишь эти фотографии, все эти какие-то скрюченные пленки, переснятые, что-то такое, понимаешь, что нужно, ну, конечно, лучше показывать с картинками, так сказать, такую вещь. Картинку можно еще посмотреть. Так, да. Вот, там, она как бы много дает сам образ какой-то картинки. И вот это, там я хотела показать ряд фотографий, работа над другими спектаклями, потому что и «Буря от ума», и «Анна Каренина», и «Гроза», это все, он принимал участие в этом. И интересно, когда вот человек еще не идет репетицию неофициальная, так сказать, которая фиксируется под самой машиной, стенографистка сидит там еще, фиксирует каждое твое слово. А когда вот он где-то сидит вот на этой будке суфлевской, на время репетиции «Буря от ума», ну так какой-то момент не формально, а очень живой. Получается, я видел среди декораций на декорационном дворе, на улице. Ну вот человек, которому этот театр был нужен. Ну и он тоже был очень полезен этому театру. Вот такой человек замечательный. Вот так вот, значит, о Гамлете. Я не нашла его отзывов о Гамлете Михаила Чехова, но только потому что руки не дошли. На самом деле, наверняка есть. Он писал об этом. Это 20 какой? 24-й год. Да. А ничего не известно, ведь вот во время войны, по-моему, в 41-м году в Новосибирске поставили... Это потом, это 43-й год поставили. Да? В 43-м году поставили в Новосибирске театр, значит, туда был эвакуирован Ленинградский театр имени Пушкина. И Олег, по-моему, режиссер. Может быть, да, так сказать, я сейчас говорю, режиссеров не всегда успеваешь запоминать фамилии. Там была такая история, что МХАТ очень переживал, особенно переживал очень Ливанов, потому что он очень много, так сказать, много сделал для работы с текстом. Они с Борисом Леонидовичем просто обсуждали, как вот это все выстраивать. Но в Новосибирске был взят вот этот уже обновленный текст? Да, или... да. Они как раз спрашивали, просили разрешение, так сказать. А, понятно. По-моему, да. Ну, то есть, может быть, ошибусь, потому что был опубликован, но там есть эта вот статья Бориса Леонидовича перед текстом пьесы, что и там очень важное, конечно, сформулировано все. Он отдает должное предыдущим своим коллегам, которые переводили Гамлета. Он, значит, в том числе Радлова, очень высоко оценивает ее работу, да, очень корректно. Вот. И потом он пишет, что право первой постановки в Москве принадлежит Московскому художественно-академическому театру в Москве. Все сказать, это важно. Новосибирск, Красноярск, Владивосток. Опубликован текст, все, он опубликован, ты можешь его исполнять. Но единственное, что, конечно, нужно было получать и тем театром, если заниматься этой историей серьезно, да, то нужно узнать, так сказать, какое они получали, так сказать, центровское разрешение, потому что и центровское разрешение МХАТ получил. Да. Да, пользовались они тем, что, так сказать, вариантом, что получили на первом экземпляре, так сказать, на первом издании.
или что-то еще. Вот. И они переживали даже, Ливанов даже переживал, когда в 56-м году поставил Охлопков, да, вот, Завадский. Нет, Козинцев поставил в 66-м, а в 56-м в театре Маяковского еще сыграли Гамлет, где было 4 Гамлета. Да. Вот так вот, сразу молодой, пожилой, толстый, тонкий. Вот. И там переживали за то, что вот... Вот, так что это вкратце, это вкратце буквально, так сказать, продолжая тему, тянуть эту самую, это как бы сквознячок, мне очень нравится, это актерский сленг, когда есть сквозное действие, куски, задачи, роли. Они говорят, ну сквознячок, тяни. Эту красную нитку через всю, вот от начала до конца, что-то должен, так сказать, как-то измениться должен, да, что-то должно произойти. Событие, какое главное событие спектакля. Это может быть просто какой-то последний вздох, в конце концов. Ну вот, это вот небольшое сообщение. Ну вот так получается, то есть такое ощущение создается, что вот эти 400 репетиций Гамлета, да, что это была какая-то для них питательная среда. Вот мне тоже кажется впечатление, что это дало им возможность выжить, потому что помимо того, что они делали для... какое-то госзадание спектакля, вот про войну. Да. Они русские люди, там, русский вопрос. Но это все-таки было что-то идеологическое. Офицер флота, вот сейчас вспоминали спектакль. Завинченное, да. А это было нужно им. Да, это свобода в решении каких-то нравственных вопросов, которые таким образом в то время невозможны. И потом это перевод Пастернака, который очень был современен в своем мнении. Да, 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 да. То есть там всегда была какая-то вот еще вот, так сказать, что-то еще. Вот то, о чем, так сказать, не говорят словами, но то, что вот возникает, это у хатовцев было присуще всегда, сейчас этого, к сожалению, нет. Сейчас они очень быстро говорят, актеры. Сейчас их речь усиливается не на микрофончик. Да, они все же. И это, на самом деле, куда не спешат. Они боятся пауз. То есть уже вязи нет. Есть вязь слов, вязь действий, такой прям балет. Иногда вот сейчас смотришь спектакль, в хорошем смысле. Да, все здорово сделано, трюки, так сказать, как они двигаются совершенно потрясающе. А вот что-то раз и исчезает, так сказать. Рассказана история, и привет, так сказать. Но печенье всегда сильно. Моих подружек, которые приезжают иногда в гости, допустим, из Нижнего Новгорода, они уходят в потрясение. А я думаю, нет, мне не хватает. Мне чего-то еще не хватает. Ну, просто уже, так сказать, ухо требует каких-то. Хотя видишь, что здорово сделано, здорово, да? Зачем мы приходим в театр? Мы приходим за каким-то эмоциональным опытом, в первую очередь. За каким-то катарсисом. Вот он должен с тобой что-то, что-то с тобой что-то измениться произойти. Должно. Ну, во всяком случае, русский театр на этом стоял. Да, как совершенно. Ну вот, так что, моя замечательная штучка. Тут у меня есть, конечно, этот самый, как их зовут, фанфары, но не буду включать. У меня единственная фанфара есть, это из спектакля 11-го года. Это музыка Саца. Да, они очень. Это последняя сцена. Будет Гамлета поднимут на помост как воины, 4 капитана, и тут фанфары. Многие вспоминают этот спектакль, 11-го, новый, уже, так сказать, уже в опубликованных мемуарах. Вот. Конечно, любопытно все это дело. Потихонечку раскапываю. Если что-то новое появится, я с удовольствием сообщу у вас этой Веронике. Новости. Замечательно, конечно. Еще, я думаю, надо тему придумать про художника Дмитрия, который тоже много работал, так сказать, уже это был его спектакль. Да, вот когда мы смотрели тогда несколько, как менялся. Как менялось. Вот это вот именно все к этому же спектаклю, который так и не вышел. Да? Три варианта декорации было. Три. Да, да, это было удивительно. Это фантастически. Да, как интересно. То есть этим они жили, оставили другое. Да, сразу понимаешь время, то есть, например, мне еще в этих рассказах, которые я пытаюсь, так сказать, как-то компоновать, всегда интересует реконструкция времени, то есть, через какие-то детали, через какой-то такой вот точный, небольшой рассказ, такой акцент, чтобы почувствовать это время. И картинки вот там, конечно, помогают, так что, может быть, все-таки имеет смысл с картинками показывать лучше. Да, да. Начинаешь это понимать, куда они двигались, что им надо, что уже не важно. Время очень интересно. Там даже на платье королевы, когда там Еланск репетировал королеву,
У него такое спокойное лицо, очень такое вот уставшее лицо. Она говорит, королева, а платье такое, как у Любови Орловой, с таким бантом здесь, вот, огромный, вот так вот. Думаешь, надо же, ее Немирович видел королевой. Потом Тарасова, по-моему, репетировала. Вот ее Немирович видел королевой, а она такая мягкая. Она вот такая вот. То есть, ну, сразу понимаешь, война, эвакуация, дорога, есть нечего. Они там просят своих этих вот, пишет помощник режиссера, который фиксирует протокол репетиции, ведет каждый день. Надо сказать, что поставили печки, холодно сидеть там в гримерках. В гримерках репетировали как бы парные сцены, потом выходили на сцену. И потом подбирали шумы. Мне очень нравится эта заметка, что искали шум волн, что-то там еще, и тишины. То есть они искали звук тишины для сцены. То есть об этом все думалось. Отдельно можно говорить о шумах. Вот такой был Попов Владимир Александрович, который пришел молодым человеком после консерватории в 8-м году, проработал всю жизнь в Амхате и делал эти шумовые машины замечательные. Потом по его книжкам, по его записям, он давал много потом помощи самодеятельному театру, как делать шумы. Даже не было магнитофонов никаких вообще. Был оркестр и шумовая команда. Да. Вот, там было человек 8 в этой команде, то есть нужно было и в ритмически уложиться, нужно было, так сказать, уровень громкости, так сказать, понимать и чувствовать. И вот сейчас, в 2013 году была замечательная выставка политехнически устроил рождение шума, она была в основном сделана на записях этого Попова Владимира Александровича. Такой есть Петр Айду, если вы знаете, в консерватории человек. Мультиинструменталист, вообще знает на всем, что угодно, и преподает на факультете исторического музицирования, исторического исполнительского мастерства. И у меня они устраивают эту вот, сделали выставку «Реконструкция шума», и мы хотим ее повторить у себя в музее, значит, в Леонтьевском там. Они, может быть, она сейчас приедет из Архангельска, эта выставка, и, может быть, летом нам Паталин поможет, мы сделаем ее еще у себя. На месяц, на два, чтобы. Ну, помимо собственной выставки. А выставка такая, что там можно подходить, крутить эти ручки, чтобы был шел снег, там, я не знаю, шел дождь, шум, волн, тишины. Они же буквально работали над тем, чтобы, так сказать, звук приехали, звук уехали, так сказать, лошади или там чего-то, так сказать. Во время войны очень много записей по звуку там, автомата, звук пулемета, звук пистолета, звук пушки. Все это искалось и делалось вот на каких-то, так сказать, на коленке. И вот я об этом человеке тоже рассказать на этой выставке. Потому что это целая тоже эпоха, время, это звук того времени, скажем так. Да, удивительно. Так что приходите на ту выставку, которая вам скоро приедет. Вот она не хранится, это вот где-то на заводе, по-моему, Арт-Плей, там нет. Значит, у них был. Они иногда устраивают такие вечера. Кстати, в театре школы драматического искусства на Сретенке. Он там базируется, как ансамбль. И они там показывают. А ну я видела это в Рахманиновском зале, я услышала. Иду по улице, написано на афише. Прибытие поезда. Значит, музыкальный номер из спектакля МХТ Анна Каренина. Ну, я сразу я не могла не пойти на этот вечер. Они просто взяли вот книжку Попова и по ней воспроизвели этот вот 10-минутный такой вот прибытие поезда, когда там железо, щетки, палки, вот это абсолютно, так сказать. Иллюзия прибытия поезда. Да. И меня как раз к этому вечеру готовила, к этому рассказу. Фотографию нашла. Поезд приходил, шел на публику, как у братьев Люмьеров. Так вот он шел на тебя. И Анна там стоит на коленях. Видимо, затемнение и все. Да, эффект чрезвычайно. Такая картинка есть, мы другой раз покажем, конечно. Вот, они это все делают. Талантливые ребята, молодые. Все закончили консерваторию. И он занимается еще Петр Айдут, кстати, ему делаю рекламу сам. Этим ансамблем Персимфанс. Такой был ансамбль. Персимфанс называется. Это первый симфонический ансамбль. Это когда они играли
современную музыку, но они играли без дирижера. Считалось, что дирижер не нужен. Это, мол, вполне самоорганизуются музыканты, все могут организоваться. И они очень много исполняли именно такой современной музыки, такой атональной, какой-то такой вот. И потом очень много потом просто погибло этих людей. Их разогнали через 10 лет, и в 2002 году прекратило существование ансамбля. Много было репрессий, к сожалению. В общем, как-то вот так вот. Свободный человек был не нужен. Это тоже так штрих к эпохе, ко времени. И несколько человек, я когда там занималась этим самым еще музыкальной студией Станиславского, Леонтьевым Скорушетом, там репетировал очень много. И очень многие, так сказать, персимфанцевцы работали у Станиславского. То есть, на самом деле, Константин Сергеевич, вот он, так сказать, талантливых людей, он так себе, так сказать, приближал, чтобы они не пропали в первую очередь под его именем. То есть он был такой крышей надежный. Я думаю, он понимал, что его имя их защищает от каких-то там невзгод. Да. Ну, во всяком случае, я тоже думаю, что если бы не заступничество Немировича Данченко с Сахновским еще неизвестно. Да, 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 неизвестно бы что. А тем более, мы же не знаем, так сказать, он полгода сидел в Лубянке, что это значит, что с ним делали, там, о чем мы с ним разговаривали, да? Да, Но все-таки его не никуда не сослали ни в лагерь, а отправили в Алма-Ату, из Алма-Аты его отправили в Семипалатинский. Он там руководил каким-то театром, там помогал какую-то пьесу поставить. Там недолго, это в пределах полугода, на самом деле. Ну, может быть, 8 месяцев, вот так вот. Ну, значит, все-таки вот это решение о том, что они, как бы, непонятное решение, что спектакль все-таки не будет выпущен, и его сердечный приступ, то есть это вещи связанные между собой. Связанные, я считаю, что связанные, конечно. То просто, это сказать, очень эмоционально. Он был очень сильно на него завязан, этот спектакль. Это дело стоило ему жизни, в прямом смысле. Да. Тем более он как будто бы принял, Немировича нет. Вот он принял на себя. При том, что вот тогда, значит, директор уже был в Москве, который тоже умирает в 46-м году. На самом деле, это вот какой-то такой, с одной стороны, финал, да, вот истории 45-летней, да, ну, в 45-м году 45 лет театру. Но, с другой стороны, театр же ее не... Они школу открывают в 43-м году, вот, школу-студию МХАТ, она открыта в октябре 43-го года, во время войны. Война идет, набирает. Они привезли с собой из Свердловска несколько студентов в школу. То есть они все равно набирали лучших учеников, талантливых. Не случайно. Там несколько детей училось, так сказать, в том числе. Ну, не важно. Важно, что, так сказать, учились дети актеров некоторых, да? Но все равно их было там, ну, 4 человека, может быть, 3. Вот так вот. А так они набирали... Ну да, самых лучших. Вот. Ну да, но это точно был, конечно, при этом вот одна эпоха началась еще пораньше, а вот это вот... Да. Она закончилась. Закончилась. Хотя была жила еще Книпер Чехова и там еще кто-то. И она еще долго, так сказать, она в 58-м году умерла, по-моему, только. Но вот эта версия с Ливановым, она именно вот с этим моментом связана, да? Или я все путаю? В смысле, с Ливановым? В смысле, что это из Ливанова все произошло, да? Он спросил, ему ответили, что не надо героя, слава героя нам не нужна. Но, с другой стороны, это был их личный разговор, он и Сталин. Кто-то еще рядом был, сказал, что Сталин, а Сталин сказал, что это не нужен нам спектакль. А что в театре? Театр – это вот такая живая материя, которая, так сказать, панике поддается, ужасу. Ну, конечно, а кто не поддавался, да, тот за собой бы проследить, да. Да, и Ливанов то, в общем, как бы он то признавал, то говорил, нет, этого не было, и он же тоже очень разные ситуации. Ну, пока не встретились другие, так сказать, толкования, так сказать, я могу сказать, что... Ну, я вот думаю, если даже... Это коллегиальное решение об отказе от... Ну, а что ими руководствовал, протокол заседания смотреть, стенограммы... Ну, протокол, вернее, у меня есть тоже. Нет, ну в протоколе могло, можно было сказать все, что угодно, то сказать, то есть это не объясняет. Время же диктовало, что они думали одно, говорили другое, чувствовали третье, конечно. Первая встреча у Немировича Данченко с актером, очень часто в основном мужчины. Ну там действительно там две женские роли. Если сложить так панораму, да, значит, есть, когда сидит
Сахновская, Немирович там вдалеке, стенографистка, mm-hmm. которая сидит. Да. А здесь сидят, значит, актеры в пиджаках, в галстуках. Ну, может быть, там действительно была такая форма одежды, но как-то очень все строго. Если это, совместить эти две половинки фотографии, то очень какое-то собрание. Ну, то наверное, есть, да, такое судилище такое. Да. То есть это интересно совместить эту фотографию с расшифровкой текста, да? Да. Можно подогнать совершенно точно по какой-нибудь реплике, да. какой момент заснят. Вот и любопытно, так сказать. Ну, то есть очень много уходило времени на застольные переводы, которые, мне кажется, истощали. Может быть, актеру нужно больше действовать, я не знаю, так сказать. Но все равно должно быть пьеса должна быть разобрана, что происходит в каждый конкретный момент, чем еще славился Станиславский, да? Что они понимали все, что происходит каждую секунду. То есть это, там не возникало ни одной провисшего пустоты не возникало, все было заполнено, особенно в массовых сценах, чем они тоже славились. Когда это все двигается совершенно, так сказать, слитно, сознательно. Там Фортенбрас должен был быть в этом. Обязательно, был, да. Потому да. что у Козинцева в 54-м году вот есть Ольга Фрейндерберг, она побывала же у Козинцева, и она писала в письме Борису Леонидовичу о том, что она увидела не спектакль, но мало того, что он был просто, в общем, обижен, конечно, и очень сильно это его обидело и задело, что Козинцев... А, я еще был Гамлет Акимовский в Автомобильском театре в 36-м году, но это отдельная тоже тема, на которую его ругали за формализм. А это какой был перевод, чей в 36-м? В 36-м перевод чей был? Лозинский? Ну, я не знаю. Лозинский в 37-м. Ну, наверное, это не... Что в 11-м году репетировали по Кроненбергу, и Михаил Чехов играл по Кроненбергу. Но периодов много, да, вот этот... Одна книжка Поплавского, чего стоит сравнить. Но я тоже как-то как момент поставила, у меня получилось больше 22 переводов. Ну, начиная там с Сумарокова, конечно, но все равно там какие любопытные тексты были. Да. Текст не вообще интересно загадки, она не оставляет, она же как-то по-разному, но все время вызывает очень такое мощное желание. И вот так эти переводы действительно они возникали. Борис Леонидович тоже на многих писал. Ну да, он же все, ему же пришлось переделывать, потому что он там как он пишет, да, что, так сказать, на 1000 строк обнаруживалось там 5, которые дословно совпали с Лозинским, и потом он все стал переделывать, просто переписывать. Ну, Лозинский это такой как бы академический перевод, буквально эквалинеарный, да, совпадающий все достаточно. Вот он и писал, Борис Леонидович, что он считает, что это вообще по переводу Лозинского можно изучать английский язык, да. И Ахматова замечательно писал, что на ее взгляд Лозинский, да, это вот такой академический для чтения перевод, а Пастернака лучше видеть и слышать со сцены. То есть вот эта вот природа театральная, она. Ну вот как театральную, так сказать, природу все-таки оттачивали вам на в течение там 5 лет на сцене МХАТа. И вот оттачивали. Не осуществлен. Мне нравится, что там что есть книжки, да, экземпляры его лично, да, где он просто уже вышел из печати, он правит. Да. Да, он все находит тут, нужно. И вот ведь в 54-м году убрали Фортенбраса, и вот Ольга Фрейндерберг писал Борис Леонидович, что все это, они как бы философию изменили этим, что нет. И, ну а главное, конечно, что. Он же просил срочно Козинцев сделать перевод 74-го сонета, и хотел бы в конце, и Борис Леонидович это сделал. А Козинцев ему пишет, что если вы не будете, то я буду у вас вынужден просить разрешения взять перевод Маршака. Борис Леонидович, зачем? Он это делает. И делает. В духе Гамлета своего перевода. И вдруг берет Козинцев все-таки более, как ему показалось, красивый перевод Маршака. А вот не поэтому, чем они учились, на самом деле. Там очень, как бы, вообще искусство режиссуры – это искусство отказаться от чего-то. На самом деле, когда начинаешь чем-то заниматься, хочется все свалить в одну кучу. А, и, кстати, вот об этой книжке, так сказать, искусство, мастерство режиссуры, мастерство режиссуры. Это такое, на самом деле, продолжение дела Станиславского. То есть это не ответ, но это пандан, так сказать, его... Вот развитие актера, режиссуры, вообще работа школы. Работа актера над собой. То есть для актера он, Станиславский, обобщил свой опыт, да, вот зафиксировал его.
А для режиссера вот это сделал Сахновский первый. И говорю, иногда хочется и с ним тоже спорить, что на самом деле, что вот должен это знать, это знать. Понимаешь, вот человека связал просто по рукам и ногам. Сначала ты человек должен войти в это, а потом он узнает и это, и это, и это, а потом, может быть, с тобой встретится, так сказать, и ты подскажешь ему, где слабое место, так сказать, может быть. Ну что все знать, и ты как это. А универсальной системы все равно не существует. Да, я не люблю тебя. Есть покорить. Да, вот ты все знаешь, да, мудрец. Да. Можно составиться, изучая чего-то другого. А нужно, а это действие, это дело. Да. А ты можешь, ты лучше ошибешься, но ты все, что написал Сахновский, ты можешь тоже написать потом после своего такого опыта. Конечно. Здесь много на самом деле таких вот. И на зрителя, и зритель тебе добавляет, и спектакль заживает сцена как раз учит, уже. Конечно, сцена нам подсказывает. Театра не будет без зрителя, и вот это же как бы две половины одного дела, искусства. Иначе не получится. Если нет одного, не будет. То есть, конечно, очень важно. Здесь какие-то картинки есть о кофе. Ну. Так что спасибо, что... Спасибо, да, вам нет, спасибо на самом большое. Деле, здорово, что какой-то есть всегда промежуточный этап, и уже я понимаю, что о чем, может быть, еще стоит рассказать, да? Ну да. Что еще покопать? Да, что? А вот, да, то есть, когда вдруг... Интересно, что вдруг возникает... Ну, взял одну книжку, потом, а потом приходит главный хранитель и говорит, а вы такой коробочки не видели? Я такой коробочки не видел. А там россыпи бриллиантовые, понимаете? Там целая есть коробка как раз из фонда Глебова, помощника режиссера, где собраны вот все, там Немирович просил по замкам, по этикету, по оружию. Вот собраны огромные, обращались ко всем этим вот искусствоведам, литературоведам. Это именно по поводу Гамлета, да? По поводу Гамлета, да. По поводу Гамлета собраны все замки Европы, так сказать. Она, то есть это все искали, да, вот так. Там была какая-то такая мощная предварительная работа. Да, вот, все должно было стоять на каких-то очень... таких плотных настоящих знаниях, точность обращения с оружием, да, точность обращения каким-то, точность этикета, например, да, от выхода короля, придворные, факельщики, фанфористы, там же там, одних этих вот факельщиков и пажей, и тех, кто с фанфарами, в общем, было человек 50. Очень много. Свита королевы, свита Офелия. Вот дух эпохи, они хотели как-то все сюда... Непонятно какой эпохи, но дух вот этого королевского какого-то замка. Вот это вся Хотя вот это, конечно, Кузнецова есть. Я помню, у нас показывали вот 66-го года фильм, по-моему, да? Я не помню. Нас показывали на Новый год. Это было в Академгороде в Новосибирске, показывали бесплатные сеансы вечером. И вот мы катались на горке, катались там, лет 5, наверное, было 6, такой. И что-то там замерз, идешь греться в кинотеатр, открываешь дверь, а там факела горят, всадники скачут, выходит Офелия, и все. Я, по-моему, я так смотрел до конца, не присаживаясь, вот это все дело, молись, шумит. Ну, конечно, так сказать, еще же. Впечатление первое очень важно, особенно если это детское, вынесено еще из детства. Вот. Ну, пускай будет так. Ну, спасибо. Да, и спасибо большое. Чтобы вот везуха была, чтобы раскопать эти бриллианты. Правильно, так сказать, поставлен вопрос, то почему-то приходит. Потому что это...